Подарите кто-нибудь медведя, а? Хочу Мишку. Мишку хочу. Подарите кто-нибудь Мишку. Мишка, Мишутка! Привет, привет. Приезжай с мужем в гости в Армению. Меня уже, знаешь, меня вчера и в Абхазию звали тоже. У меня муж в шоке, надо будет ему сказать, нас в Абхазию зовут, в Армению, скажу, поехали. Скажу, что нам обламываться-то, скажу, поехали в гости. Только с мужем. Куда же я без мужа-то? Я без мужа даже гулять не хожу. Вы чего? Ой! Правильный мужик. Но у нас, типа, как бы, ну, это, типа, ну, правильным считается, что, типа, ну, я, допустим, без мужа там гулять, ну, не хожу. Мы ходим всегда вместе. То есть у нас просто есть, как бы, одна компания, да, друзей, как бы, если мы там гуляем, как бы, ну, тоже у всех семья, там, дети, работа, да. Thank you за розочку. И вот, и то есть мы выбираем там определенное число, наши друзья там приезжают, они просто в другом городе живут, и мы там назначаем дату, и уже, то есть мы все вместе гуляем. Вот. А так, то есть нет. Привет, привет. Thank you! Меня прям сегодня розами решили задарить. Какая классная девушка, действительно. Правда, что ли? Комти, что? Я не знаю английского. Итальяно, no. No, 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 no. Раша. Да ты просто супер красавица. Спасибо. Ты замужем, да. Ок. О, меня поняли. Меня поняли, представляете, что я сказала? Иди спать. Вот тебе надо, ты иди спать. Я уже выспалась. Ой. Здрасте, здрасте. Привет, можно познакомиться с тобой для отношений? Я замужем.
Ой, кто-то меня прям лайками закидывает вообще. Блин, просто модель. Ну, такая вот я, что поделаешь. Красотка, ничего не скажешь. А что я должна сказать? Стихи расскажи, я не знаю стихов. Я вам что, поэт? Я могу вам рассказать, как ухаживать за кожей, но явно не стихи. Я все-таки косметолог. Давай. Ты где? В Караганде. Давай, 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 но не давай. Что у тебя с волосами? У меня все хорошо с волосами. У меня охуительные волосы. Чего в лесу родилась елочка? Ой. Вас не слышно. Все меня слышно. Громкость у себя прибавь. Привет. Круто. Слышь, и бац, любишь. Иди отсюда, куда подальше, сразу прям в бок. Пламенный привет из Кыргызстана. Привет, привет. А тебе привет из России. Чего крутого? В чем круто? В смысле? Так к чему это? Я с работы, еду, молодец. Что у меня, блядь, все криво? Ты еще один допиздился. Привет, Павлодар. Россия, какой город? Гусь хрустальный. Ну ты хорошая, спасибо. Так, 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 так. Привет, привет.